Лика смотрит фильм «Мелодраму» включила. Лика, как мелодрама это называется? Слезы пустила. Мажорочка. И Милана тоже смотрит. Да, мама, ты же не хочешь досмотреть? Почему? Мама, мы сегодня будем чаем сидеть. Мама? И что? Нет. И что? Ты же не хочешь? Нет. Вот так вот. Я тебе расскажу правду. Спасибо. Мама, мам. Что? А ты будешь спать? Нет. А ты будешь кушать? Хорошо, что я уже покушала. И спать будешь? Нет. А еще не поспала. Да? Еще не поспала, но уже покушала. Спать спать будешь? Не буду. Хорошо, еще рано вообще-то спать. Так, вообще ночью спать не будешь? Мам, ты же будешь ночью спать? Нет. Мам, так ты не смотришь фильм? Нет. Да, ну тогда дай посмотреть. Это да. Я хочу мелодраму посмотреть. Я тебе расскажу. Спасибо. Ладно, пойду делать чай. Будете чай? А я попью. Нет. Нет? А я попью. Ну и пей. Мама, стой. Ты будешь пить чай? Нет. А готовить чай? Нет. Мама. Тогда я вам не скажу, что я буду делать. А ты будешь сидеть? Я вот сижу на диванчике. Ты будешь сидеть? Нет. Только что мне делать? Мама, мама, стой. Заниматься? Стой, стой, стой. Бегать. Мама, а Лика будет уроки делать? Я буду делать. Ну, Лика сама ответила, да. Я буду делать уроки? Нет. Вот это. И учиться не будешь? Да. Нет, 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 нет. Мам, нет. А я буду сдавать экзамен? Если под меня это зависит. Это надо сделать такой челлендж, учителя говорят нет. Не учителя, а учителя тоже ничего не зависит. Нет, ты предложи такой челлендж на денек. На денек. Мама, приди мама. В школу, скажи, у нас сегодня будут уроки? Мама! Ты скажешь, нет! Мама. Да. На экзамен то есть пришла? Нет. Мам, слышишь? Нет. На экзамен пришла, говорит. Нет, я не слышу. Вы мне поставите 2? Я. Нет. А вы мне поставите 3? Нет. Я а ничего там уже не слышу. 4-5 ставят. Я уже ничего не слышу. Ты еще глухомань? Нет. Мама, 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 мама. Нет. Мама. Короче, фиг. Мама, Мила, фиг. Я смотрю. Мама, мама, мам, а я буду спать. Да нет, то есть нет. Все. Да нет. Я вам не скажу, что я пойду делать. Мам, купи малюшку. Нет. Потому что челлендж 24 часа. Мама говорит нет. Ты забыла? Мама, а ты мне приготовишь кашу? Я буду кушать кашу. Кашу будешь кушать? Вот хитрюга. Нет, Милан, не надо сегодня кашу кушать. А я буду спать. Какая хитрюга. Да, я буду спать. Нет, Милана. Я хочу кушать. Ты не накормишь кушать? Конечно, покормлю. Мальчик, ты нас не покормишь. Милонка, так нечестно. Как жалко, что у нас челлендж не вы говорите нет. Я бы тебе сейчас забрала телефон, Лика. Ты еще шушукаются там, а? Щекотно. Да что вы тут шушукаетесь? Мама, выключи телефон, выключи. Нет. Что, Лика всегда будет уроки? Нет. Миланка, ты чего там делаешь? Миланка играет с попугайчиком. Смотрите, что смотрит Лика. Смотрите. Я еще даже сама не знаю, что это. Какое-то видео. Что это делает? Помаду какую-нибудь. В смысле помаду? Вкусненькое что-то или нет? Нет. Как помадка, ну, для тортов или помада красить губы? Не знаю. Ну не для торта. А, это краска вообще. Краска? А, понятно. Не мальчик. Нет. Потому что сегодня челлендж 24 часа. Мама говорит нет. Ну, Милош, нет. Я не могу я себе там... это позволить. А можно их, чтобы никого качать телефон?
Нет. Лики в пользу, Милана задала вопрос. Что? А Милане не разрешает телефон? Кстати, да, Милана думает. А стоп, Лика, выкати телефон в туалете. Вот, стоп, нет. А Миланке никак не получается. Правильно, задать правильный вопрос. Что, что, что? Выкати телефон. А? Выкати телефон. Нет. А ты видишь, как ты задала... Милаш, если бы ты задала вопрос... Тихо! Мам! Мама, нет, нельзя... Алике, можно телефон? Я сказала... Мама, Алике, можно телефон? Уже так нельзя. Уже так нельзя. Ну, так уже нельзя. Милашка, покажи свою Селестию. Нет. Ну, покажи. Так это я говорю нет. И я. Ну, покажи нам, как она... Красиво сверкает, мигает. Ой, бреднуля. Лян, показываю. Вот. Вау. Еще разные мизымы. Ничего себе, какая она красивая. Можно хочешь поглядеться? Конечно, да. Что? Ну да, получилось. А, нет, не хочу я. Вообще не хочу. Ничего я не хочу. Мам. А? Слушай, а ты хочешь спать? Да не хочу я спать. Я не буду сегодня спать. И кушать сегодня не буду. А еще... Ничего мам, я не буду. Будешь пить кофе? Нет. Лик, ты чего там делаешь? Парки смотрю. Уже пора отдыхать. Что смотришь? Парки. Зачем? Иди посмотри, какие классные. С кроликом. Ничего себе. Ух ты. А только такой цвет? Нет, сейчас покажу. Такой есть какой-то серенький. Слушай, классно вот этот вообще. А че это ты вдруг? Ну, я зашла просто, попалась в рекомендованных. Ух ты, я тоже себе хочу. И че, где парки? Вот. Ух ты. О, так это прям в Питере продается, да? Да, галерея. Не обязательно заказывать, да? Можно поехать и пощупать, и померить. Угу. Слушай, мне нравится. Надо себе пойти померить тоже такой. Мама, что это себе? А мне? Давай лучше мне. У тебя есть так, ты парки купила. Нет. Я себе красненькую возьму. Мне понравилось черным мехом. Мама, ты возьмешь себе красненькую? Нет, я возьму себе, ладно, розовую. Нет, розовая уже у меня забронирована. Это когда она тобой забронирована? Я ж тебе ответила, нет. Я ответила. Нет. Размером 42. Нет, ну вот видишь, как раз таки нет. Никак, Лика, она не для тебя. 42, а может розовенькая есть. Мне понравилась сиреневая. Знаешь, наверное, не знаю. Да, Лик, все равно нет. Нет. Ладно, мама, иди завтра подойду к тебе с этим вопросом. Посмотрим. Мам, иди, я уроки буду делать. Ага. А вот смотри, еще парочка смех на лице. Ага. Это уроки твои? Уроки, да. Лик, а челлендж уже, я думаю, закончился 24 часа. А что ты хочешь? Мама говорит нет. Ну, потом скажу. Сейчас посмотрю. Ну ладно. Закончится. Ну хорошо. А что ты хочешь? Да пойду кофе попью с конфетами. Ну, вообще-то тебе говорили, что ты не будешь. Так я ж поэтому и спрашиваю. Челлендж закончился уже? Ну ладно, все, иди пей кофе. Все, ребята, надеюсь, вам понравился челлендж 24 часа. Родители говорят нет. Пишите в комментариях, какой челлендж еще хотите посмотреть. Ставьте лайки. Всем пока-пока! Пока-пока!